Так, значит, что у меня здесь, смотри. Вот я тестю сейчас вот этот вентилятор. Вот. И, ну, прикольная штукенция, короче. Шпарит вообще от этого аккумулятора мастак, самый маленький. Ну, не знаю, там часов, наверное, 6 уже и не останавливается. Короче, вот такие прикольняшки можно делать с ним. Короче, штука прикольная. Но так, если сделать меньше вот этот поворот, то он может так вращаться себе по чуть-чуть. Ой, тормознула симка. Вот, вот такая. Так, значит, что еще? Вот эта штука на самом деле работает офигенно, тоже крутится, все маленькое. Но разъем здесь повернут вот как смайлик вниз. Вот, и поэтому, например, телефоны Samsung со стороны экрана получается, а Meizu, например, с другой стороны. Но вообще штука классная, честно говоря, тяська офигенная. Фактически спиннер.